Как-то просто и очень легко началась эта история для меня. Вот с этих вязаных носочков, шопера, посмотрите, какой красивый принт, травяного чая и варенья из лепестков сирени. А еще с интересного посыла, интригой которого стали вера, надежда и любовь. Чуть больше 3 часов пути на автомобиле, и мы в Чагринском Покровском женском монастыре. Вообще потрясающее место. Мы к вам, кстати, так ехали. Дорога хорошая. Все, что в нашей жизни происходит, оно промыслительно и неспроста. Поэтому, если вы приехали, я думаю, что это нужно. Нужно и вам, и нужно и монастырю. Будем надеяться, что это послужит пользе. Вообще, мы сейчас стоим на земле, которая историческая земля монастыря, к сожалению, разрушенного во времена революции. Монастырь был сначала очень бедный, затерянный в степях и такой не сильно известный. С 1885 года монастырь был основан на базе общины женской, которая здесь была и подвязалась. И игуменья Серафима была первой игуменей, могила ее сохранилась. Мы даже можем увидеть надгробный камень с эпитафией о ней. И вот здесь есть тоже очень интересная судьба матушки, одной из матушек обители этой святой. Это инокиня Анастасия Бритикова, очень молодой еще девушкой, 18 лет, она ушла, была из дворянской семьи, и она ушла вот в этот малоизвестный монастырь, здесь подвязалась, и одной из последних ушла отсюда. И могила ее находится в селе Высоком, и что тоже, ну, наверное, как-то неспроста, первый постриг сестер произошел тоже в селе Высоком, там, где упокоились матушки последние, которые отсюда ушли, и вот мы пришли сюда. Получается такая переемственность. Чагринский Покровский монастырь – женский православный монастырь Самарской и Ставропольской епархии, действовавший в конце XIX – начале XX века. В Николаевском уезде Самарской губернии был широко известен как место служения священника Александра Юнгерова, впоследствии причисленного к лику святых. Расцвет обители был связан с приездом сюда протоиерея Александра Юнгерова, ныне это святой, праведный Александр Чагринский, мощи которого находятся сейчас в Иверском монастыре, но могила его была здесь, вот мы видим правую часовню, она накрыта как раз местом могилы, и батюшка здесь принимал людей, потому что он уже был, так скажем, ну, в связи с возрастом, с болезнью, он уже не служил, и мог заниматься вот окормлением сестер и людей, которые приезжали сюда. Архитектурный комплекс монастыря был уничтожен в 30-е годы. Покровская церковь простояла до 1949 года, затем была разрушена из-за ветхости. После этого знаменитые фруктовые сады монастыря перестали плодоносить. Мы сейчас вот как раз на месте Покровского храма, который раньше здесь и был. То есть новый храм построен на месте утерянного. И Покровский храм, он был намного больше. Мы здесь сейчас видим даже на траве, вот, ну, так скажем, ограничение вот этого фундамента, да, вы видите, что это намного больше было здание, чем сейчас мы видим. У нас сохранилась часть алтарной стены, и многие по вере приезжают, прикладываются и действительно помогают. В 2015 году по благословению епископа Сафрония Кинельского и Безенчукского и трудами игумена Петра Луканова началось восстановление обители. Был построен храм Покрова Божией Матери, возведены надкладезная часовня и часовня над могилами святого праведного Александра Чагринского и первой игумени Серафимы. Внутреннее убранство Покровского храма украшают иконы, написанные современным иконописцем, который еще юным мальчиком в 10 лет приходил сюда, на заброшенный погост. Здесь ничего не было, кроме вот могилки, маленький источник и вот заросшая территория. Ничего не было и не планировалось, конечно же, восстановление монастыря. И, что удивительно, в 10 лет у ребенка во время крестного хода пришла такая мысль, что хотел бы он быть иконописцем, быть священником и здесь служить. И удивительно, через 20 лет этот мальчик, он стал успешным менеджером, переехал в Москву. Хотя мечту он свою частично реализовал, он стал иконописцем. Угу. И он писал иконы, отдавал их в дар
бедным обителям. И он в интернете случайно увидел, что мы восстанавливаемся, что монастырь восстанавливается, и началась переписка. И вот он пожертвовал первую икону несения креста, даже сделал памятную надпись. И через 20 лет потом пришел вот первый раз через такой промежуток времени в обитель вот с этой иконы Казанской Божьей Матери, вот большая икона с левой стороны, такая праздничная икона. Ну и вот самое удивительное было то, что после того, когда мы попили, он здесь погулял, попили чай, поговорили, и он, понимаете, когда уже ехал отсюда, он принял решение уехать из Москвы, оставить все. Ну вот сейчас он уже инок. То есть он принял монашество. Поэтому выбор свой, здесь тоже, когда спрашивают, как вы выбрали этот путь, как вы попали, и нас спрашивают. И вот, ну, всегда часто такой вопрос. Но здесь, наверное, более уместно, что Господь, наверное, даже не наш выбор, да, а то, что Он выбирает. Вот правильно вы делаете. То есть все ростки надо сажать в детстве. Вот что в детстве посеешь, и вот то, что у вас акцент сейчас на детей, это абсолютно правильное решение. И, Господи, дай Бог, чтобы все получилось. Спасибо, Господи. Александр Чигринский, он, конечно же, вот святой удивительной любви. Он настолько быстро отвечает на простые просьбы. Просто человек обращается. Он не читает никаких больших даже акафистов и канонов. Он иногда просто люди приезжают и просто просят, как вот, ну, как человек. Ответ такой быстрый, что мы иногда удивляемся. И приезжают молодые, ну, мужчины, которые очень состоявшиеся, успешные, с таким непростым прошлым иногда так бывает. Но вы знаете, жизнь меняется у них. Я не знаю, как это устроено. Вот я сама там, имея образование кандидата наук, я не понимаю, как это работает, в том плане, что этому нет научного объяснения. Здесь только абсолютно вот чудо Божьей милости, любви. Звон колоколов прервал наше с оператором Михаилом глубокомыслие, и мы в сопровождении Матушки Веры отправились на колокольню. Матушка Надежда, мастер на все руки, и в колокола звонит, и... Но обо всем по порядку. Так, с каких вообще положено? С любых. Ну, вот, ну да? Вот это вот самый большой, вот это самый вот это. Ага, только так, их не надо так вот. Ага. Да. Ладонь. Ага, вот так, ладонь, ага, и все. Ага. А я их прямо так вот. Спасибо. Юные гости прикоснуться к колоколам решились не сразу. Зато как раззвонились, не оторвать. Присоединились и педагоги. Попробовать себя в качестве звонаря практически нигде невозможно. Здесь разрешено. Дело в том, что Покровский Чагринский женский монастырь находится вдали от жилых домов, и подобные эксперименты никому не мешают. Команда одна сюда, команда вторая сюда. Потом мы стали свидетелями интерактивной игры, которую вела с ребятами матушка Любовь. Игра на командную работу. Условие в том, чтобы ребята, поделенные на две команды, закрыли как можно больше клеток. Это определит размер выигрыша. По итогам игры матушка Любовь проиллюстрировала всем участникам, что у них была возможность объединить усилия, договориться и получить поровну. И при этом вышло бы больше, чем при тактике мешать противнику. Вывод. Надо стараться не видеть везде врагов, а напротив, объединять усилия. В то время, как юные посетительницы постигали очередную мудрость, мы продолжили знакомство с историей монастыря. Монастырь восстанавливается всего лет 6. Любой, кто желает, может приехать и помогать. Сейчас вот приехали ребята, они тоже помогают посильно, ну и каждый может внести какой-то свой вклад в дело восстановления Чигринской обители и войти в летопись, потому что летопись восстановления все равно ведется и на земле, и на небесах. От Чигринского монастыря осталось две могилы – Александра Чигринского и первой настоятельницы Серафимы.
И здесь написана эпитафия, вот с этой стороны. Здесь покоится в бозе почившая первая строительница игуменья Серафима, скончавшаяся в 1890 году, 67 лет от роду, много потрудившаяся для обители, дочь действительного статского советника Васильева. Она получила образование в Санкт-Петербургском патриотическом институте, преподавала всему здешнему округу религиозное наставление, вразумляла души здешних посетителей дальних и ближних чтением божественных книг и наблюдением устава чтения и пения церковного. Сама подавала во всем хороший пример всем. Царство ей небесное и вечный покой. Здесь, над Чигринским Покровским женским монастырем, невероятно красивое небо. Надеяться и любить жизненно необходимо каждому из нас. Из этих чувств происходит упование, которое дает нам силы продолжать жить. Вера – осознанное признание Бога и Его святой воли. Матушка Вера в мирской жизни – успешный предприниматель и общественный деятель, кандидат психологических наук. Приняла иночество вместе с двумя сестрами в ноябре 2020 года. В восстанавливаемой Чигринской обители матушка Вера старшая, занимается административными и хозяйственными вопросами. Большое внимание в Покровском Александро-Чигринском женском монастыре уделяется просветительской деятельности. Здесь функционирует молодежный антикризисный центр, есть молитвенная тропка в Сиреневом саду для паломников, а также проводится свой фестиваль «Сиреневые звоны». Дети даже сейчас приезжают, мы им предлагаем любую проектную деятельность, которую бы они хотели, потому что кто-то увлекается дизайном, кто-то ландшафтными какими-то делами, кто-то увлекается животными, хотел бы, например, вот мы задумали кроличий городок сделать, вот, потому что это связано будет и с дизайном, и с животными. И поэтому ребята, хоть здесь и строительство, но могут воплощать какие-то свои творческие идеи. И даже вот эта корзина доверия в рамках Чигринского кампуса – это тоже предложение ребят. Не все вопросы они готовы задавать открыто. Вот. И мы вот такую форму используем. Очень много таких каких-то личных вопросов. Все-таки хотелось бы, чтобы ребята получали ответы на них. Потому что если не ответим мы, то, к сожалению, могут ответить в интернете, да, или какие-то люди ответят, да, которые непонятно. Неправильную программу ребенку. Все верно, потому что сейчас мы говорим об, много говорится о безопасности. Мне кажется, информационная безопасность, духовная безопасность наших детей, нашей молодежи, это, самое важное сейчас. Монастырская корзинка доверия, пожалуй, самое интересное и популярное действие среди молодых посетителей монастыря. Начала работу корзин доверия. Вы сюда положили и доверили свои вопросы. А мы сейчас постараемся на них ответить. Вот. Тем более преподавателей нету, взрослых нету, мы с вами сами. Мы не знаем, кто задавал, да, мы только отвечаем. Вопросов много, и они очень разные. От тематических. Почему именно голубой цвет куполов? Голубой цвет куполов вообще в православии, в Русской Православной Церкви очень много символичного. И ничего случайного нет. И в храме то, что вы видите, и последовательность службы, и цвет одеяния священников, если вы видели и замечали, он иногда разный, да, бывает красный, зеленый, голубой, золотой. И вот цвет, голубой цвет куполов у нас в обители, он как раз символизирует Божью Матерь, и когда престол именно Божьей Матери и празднуется, всегда одеваются в голубой, синий цвет. А так как обитель была Покровская, поэтому цвет куполов синий. Жизненно повседневных. Как проявлять благодарность? Почему голова должна быть покрыта? Почему нужна юбка в церкви? До политически злободневных. Вот вы говорите, что Богу всегда нужно молиться, и Он будет помогать тебе в ответ.
И если Бог забирает чью-то жизнь, то значит, у него свои планы. Но как же дети, которые рождаются и сразу умирают? И люди, особенно дети, которые болеют онкологией или умирают во время войны. Обращаться к Богу надо всегда. И корысти здесь никакой нет. Мы все нуждаемся в помощи. Мы не понимаем иногда, как поступить в той или иной ситуации. Мы не понимаем, как помочь близким, когда они болеют. И обращение к Богу – это не сделка. Здесь надо понять, что Богу не нужны от нас ни свечи, да, даже ни пост и молитву. Ему ничего не надо. Это просто нам помогает. А ему нужно от нас только искреннее признание своих каких-то ошибок и желание быть с ним. Такие серьезные, отнюдь не детские вопросы для матушки Веры – ответственный момент. Ведь от ответа, от того, как это донести до ребят, будет зависеть, сможет решить молодой человек свои вопросы или нет. Ага, очень интересный вопрос. Выйдет ли человеку боком, если он будет обращаться к Богу с мыслью о том, что ему это выгодно? Это вообще очень глубоко. И очень интересно. Хорошо, если молодые души переживут эти чувства с матушками в Чигринском. Возможно, это позволит не допустить какой-то сложной ситуации или выведет из нее. Первая половина дня нашего пребывания в Чигринском Покровском женском монастыре получилась невероятно насыщенной и динамичной. Так как все происходило на открытом воздухе, мы изрядно проголодались. И вот, наконец, наступило время обеда. Добрый день. Что у нас на обед? Постный. Можно зайти? Да, можно. Постный щи, салат, макароны по-вкопски, с рыбным фаршем. У каждой из трех матушек в Чигринском Покровском женском монастыре свой круг обязанностей. Так, матушка Надежда, главная на колокольне и на кухне. Мы когда сюда, нас сам Петр как сюда поселил, мы еще были целый год, мы были просто были послушницами здесь. Сам строили вот все там, помогали сам ему. Вот. А потом через год нас сам постриг мы приняли, нас постригал сам Сафроний, владыка Сафроний нас постригал. И вот когда постригали нас, первая, значит, стояла матушка, это же Вера, но она еще в то время не была еще Верой. И он дал ей, когда имя Вера дал, я даже не поняла, что это ей дали имя такое, потому что до этого у нас была такая информация, что у нас как бы остались наши старые имена. Вот. А потом, когда уже, он уже стал меня, это сам, как говорится, ко мне подошел и мне нарек имя Надежда, то я поняла, это наши имена. Так и я поняла, что следующее будет у нас любовь. Но потом, сам немножко поразмыслив, я подумала, почему нам дали эти имена, имена дали. И я не знаю, это правда или неправда, то есть верно или неверно, как я рассуждаю, но мне кажется это, потому что что такое вера? Вера – это надо верить, не сомневаясь нисколько в Бога. Это вера. Что такое надежда? Надо всегда надеяться только на Бога. А что такое любовь? Да это сам Бог наш, любовь. Он все, любовь – это Бог наш. Вот так мы получили эти имена. Несмотря на то, что наш визит в монастырь пришелся на время поста, трапеза, благодаря кулинарным способностям матушки Надежды в прошлом, квалифицированного повара, была подготовлена по высшему классу. Одни постные щи чего стоили. А когда нам показали местные огороды и теплицу, мы сразу поняли, в чем секрет такой вкусной еды. Натуральное хозяйство в женском монастыре небольшое, но все необходимое имеется. Посмотрите, какие ухоженные грядки. Сирень – это символ монастыря. И сирени в нем действительно очень много. Сиреневый чай, сиреневое варенье, мыло и прочие сувениры, которые с удовольствием увозят домой паломники и просто туристы. А когда сирень отцветает, распускаются другие цветы. Сиреневая тональность здесь преобладающая. За ландшафтную историю в монастыре отвечает матушка Любовь. Идея, да. Мы как-то выбрали цвета белые, лавандовые, потому что монастырь утопал в сирене. Сирень все-таки больше это традиционно белый и такой сиреневый цвет, лавандовый.
И вот, чтобы сохранить вот эту как бы восприемность монастыря, мы все-таки стараемся передавать через цветы вот какое-то такое воздушное состояние и вот чистоту, которая вот, ну, была у прошлых сестер и у монастыря, вот, ну, как бы через территорию тоже. Не только внутреннее делание, чтобы люди, когда приходили, приезжали сюда, они как бы видели то, что здесь жилая территория, что здесь живут люди. Цветы – это значит какая-то радость, какое-то утешение, какая-то доброта, встреча, то есть их ждут, потому что для них же, для людей это все делается. В миру матушка Любовь была экспертом в сфере гостеприимства, бизнес-тренер. В монастыре она ответственная за пение на клиросе, за цветы и гостиницу для паломников. У каждого монастыря есть свой источник. У Чигринского женского монастыря тоже есть источник со святой водой, с колодезной. Этот колодец остался от старого монастыря. Ныне он именуется святым источником Александра Чигринского. Так, Миша, помогай. Совсем недавно рядом с источником построили часовню. Колодец является объектом местного паломничества. Вода чудотворная, и ее стоит набрать и с верой, и молитвой принимать. Выпить святой воды и загадать желание. Миш, а это тебе. Прошло 2 месяца, и мы вновь посетили Чигринский Покровский женский монастырь, дабы узнать, как идет подготовка к зиме, и повод случился. Этот человек в резиновых сапогах и рулетке в кармане в Чигринском Покровском – частый гость. Нет, пожалуй, слово «гость» здесь не совсем подходит. Потому как четко отдает команды, строжит подчиненных и коллег, он скорее хозяин. Согласен. Плохо, что согласен, но не делаешь. Слушайте, тут живут вон это сестры монашки, да? Их 5 человек в поле. Но отключат и замерзнут. И на твоей совести будет это, понимаешь? Вот подключить это еще не все. Должно быть работать. Если ты понимаешь, это размораживать будет, значит, ты должен дать предложение. Сегодня, благодаря стараниям ктитора Николая Ивановича Чудаева, строится просторный корпус для сестер. Прокладывается дорога, вода и газ, ограждается территория. Почему сразу не делаете? Ну, нормальная краска, сразу все подкрасит. Никто же не подкрасит сейчас. Сейчас уже временно красить, а на следующий год все там будет отбирать. Николай Иванович Чудаев – человек действия. Сестры-монахини уверены, что его им направил Господь. Моя философия, идеология, если, или стержневая, вот стержень жизни – это всегда нужно вот и уметь дарить людям добро и любовь. Каждый по-разному может дать. У кого-то кто-то добрым словом, кто-то каким-то делом, а кто-то и материальными вещами. Наверное, было бы гораздо проще, там, отдал денег, и все. Я для себя выбрал принцип, что надо не просто деньги давать, хотя где-то я, может быть, и деньги даю просто, но в основе своей это вот, конечно, строить, потому что священники, монахини, они должны молиться за себя, за нас, за весь мир. А мы, если я как устроитель, да, мы должны строить. Удивительно, что день рождения Николая Ивановича и его супруги Зинаиды Викторовны совпадают с днями почитания святого праведного Александра Чигринского. Разве это не промысел Божий? В моем понимании, и я и скажу это, нужно помогать тем людям, которые нуждаются. Но уж сам монастырь, ну вот я считаю, что это просто подвиг вот этих вот трех сестер Иннокен, да, вера, надежда, любовь. Ну, когда в прошлом году я посмотрел и знал, что они живут зимой, когда плюс 10 градусов всего в помещении, ну, представляете, да, как это? Это же невозможно, это же холодно. Но они, тем не менее, здесь жили, они здесь трудились. Они всегда здесь встречают с хлебом и солью, да. Они тут паломников встречают. Но ведь нужно не только смотреть, как они это делают, но и нужно помогать.
Он не просто помогает, но радеет всем сердцем. Обитель преображается буквально на глазах. В первую очередь сдаются стратегически важные объекты. Котельня, например. Пояснение, что это делается не ради бизнеса там Чудаева, да, а ради того, чтобы здесь те люди, которые здесь живут, могли молиться Богу. Причем они молятся за нас. Вера, надежда и любовь – естественное состояние души. Человеку свойственно во что-то верить, опираясь на внешние, имеющие достаточно жизненного опыта авторитеты, на что-то надеяться, то есть смотреть в будущее без страха, с радостью и наполнять свою жизнь и жизнь окружающих добром, заботой, любовью и красотой. Эта рукописная сирень в коллекции живописных работ самарской художницы Юлии Кузнецовой появилась в результате посещения Чигринского Покровского женского монастыря. Мне очень понравилось посещение Чагринского монастыря, Чагринской обители. Место очень интересное по своей атмосфере, своей вот духовности. Действительно, однажды посетив это удивительное место, вдохновение не покинет тебя очень долго, а воспоминания о вере, надежде и любови, настоятельницах и игуменях будут согревать душу и давать силы, потому как вера, надежда, любовь и мудрость – высшие христианские добродетели, делающие человека венцом творения, ради спасения которого Бог пришел на землю.